Творческие жительницы Таллина вновь удивляют своим искусством. Столичная студия «Бастер Студия» представляет в городской библиотеке «Сил Ламяя» свою новую выставку «Переосмысленный деним». Деним – это джинсовая ткань. Художественные работы выполнены с применением деталей из этой ткани. С творческими женщинами из «Бастер Студию», которую возглавляет профессиональный художник и магистр педагогики Илона Матсон, силамяевцы познакомились несколько лет назад. Их творения из коллекции декоративных работ «Эстонские пословицы», «Золотая кисточка» восхитили посетителей библиотеки своей фантазией и разнообразием техник. Выставка открыта для посещения до конца августа. 3 июля. В рамках Дней города и моря в библиотеке по адресу Виру 26 открылась замечательная выставка наших друзей художественной школы «Бастер Студио», которая располагается в Таллине. Выставка называется «Переосмысленный деним». Название очень интересное, на самом деле это не все так сложно. Деним – это джинсовая ткань. И в работах она применяется в очень широком спектре. И как раз это является самым привлекательным моментом, потому что дана вторая жизнь старым вещам, в данном случае это джинсы, которые есть у каждого, наверное, из вас в доме. И они представлены в таком очень любопытном, оригинальном виде в аппликациях и картинах работ участников этой студии. Ждем всех, кто имеет время, возможности, желание побывать у городской библиотеки, познакомиться с этой выставкой и также познакомиться с нашими другими мероприятиями, другими выставками, которые тоже в большом количестве у нас представлены. В частности, это книжные выставки, которые сейчас у нас проходят. Одна из них посвящена городу Силамяя, где также представлены разные издания, в основном это Силамяевский музей нам предоставляет свои печатные издания, ну и другие издательства, тоже сувенирная продукция. Это одна выставка. Вторая выставка посвящена творчеству детской писательницы Пиры Траут, которая в этом месяце, в июле, исполняется 50 лет. Ну и, конечно, у нас есть богатый книжный фонд. А по всем этом можно также узнать на сайте городской библиотеки, в любом выходе в интернет. Если вы зададитесь целью, набираете «Городская библиотека» и знакомитесь с нашей информацией.